Друзья, всем привет! Да, вот я недавно вам показывал этот тот ножик. Забыл показать вот такие вот ножны. Здесь тиснение по коже идет. Рисунок, я не знаю, вот передает камеры. Не передает, да? Вот здесь он клепанный в круговую. Здесь тоже на заклепках под ремень. И вот такая клепка. Вот такой вот он большой, красивый нож кухонный. С таким вот литьем. Здесь упор такой вот идет. Рукоять удобная, в руке лежит удобно. Здесь на ручке выжигание идет. Ну и такое видеообращение хочу сделать и видеопредупреждение, да. Я работаю с братьями из Дагестана. От них я узнал, что здесь копируют, значит, их видео, и сделали фейковую такую страницу в ТикТоках. Не знаю, дальше там есть какие-то страницы, нету. Но факт в том, то, что обманывают людей. Обманывают людей, заманивают их малыми ценами вот, за хорошие ножи, которые кованые идут, дамасская сталь. Хотел бы предупредить всех моих подписчиков, тех, кто будет меня смотреть и смотрит, что не ведитесь, не ведитесь на это. Хороший ножик кованый, я имею в виду, они там все хорошие у нас, но есть сталь более мягкая, есть более жесткие стали, которые стоят очень дорого. Не ведитесь на то, на малые ценники, потому что, сами понимаете, хороший нож, который кованый, сделанный из Дамаска, не будет стоить там 1000 рублей, 2000 рублей, да, потому что туда вложен очень большой труд мастеров кизлярских, вот, и он не будет стоить так. Вот. Еще хотел бы сказать, у меня карта Сбербанк, и у меня все прозрачно идет. То бишь, мои покупатели, переведя деньги на сбербанковскую карту, видят, что карта зарегистрирована на мне. Данные все на мне. Вот. И никакого обмана нету. Те мошенники, которые работают, вот, те козлы, которые обманывают людей, вот, у них в основном карты не на них вот, идут. Карты не сбербанковские. Карты идут, скорее всего, Киви, потому что был у меня такой горький опыт, когда меня тоже обманули, когда я повелся на это. Ну, я заявление написал туда, и мне ответа не дали. Вот. Не знаю, как там работает служба безопасности, но итог в этом, да, вот, что деньги ушли. Мошенники до сих пор, кстати, работают ВКонтакте по спортивным костюмам, всякой одежде брендовой. Вот. И до сих пор людей обманывают, кидают. Я писал заявление, и все равно ничего в итоге не получилось. Вот. Они до сих пор продолжают обманывать людей там. Вот. Хотел бы предупредить, друзья, подписчики, те, кто меня будет смотреть и смотрит, всегда проверяйте, уточняйте, на куда вы переводите денежные средства, на какие банки переводите эти денежные средства, да?
Вот. Он ли зарегистрирован там, к примеру, и вообще смотрите, будьте осторожны, да? А тому человеку, который обманывает, если ты меня смотришь, да, ты не мужик, просто ты неудачник. Вот я тебе что хочу сказать. На этом ты высоко не поднимешься, обманывая людей. Ну а так все. Всем удачи, всем пока, до новых видеообзоров.